Если будете исполнять мои предписания, слушайте внимательно, это как бы прямая инструкция. Зек моше ликабель труфа. Это для нас как лекарство. Атем курим эх ликабель труфа. Вы читаете инструкцию по применению лекарств? Атем курим эх ликабель труфа, зе увед. Если вы читаете и все делаете по инструкции, то лекарство работает. Им атем шутим эт колер бакбук бавад эхад, аз яхоль йот бая. Если вы все лекарство, если у вас получится передозировка, то может быть проблема. Аз ине труфа ми элухим. Здесь у вас есть лекарство от Бога. Если вы будете исполнять мои предписания тщательно, соблюдать мои повеления, то я буду в срок посылать вам дожди, и земля будет давать урожай, а деревья в поле принесут плоды. Не успеете вы обмолотить хлеб, как настанет время сбора винограда. Не успеете собрать виноград, придет пора сева. Вы будете есть досыта и жить на своей земле в безопасности. Я дам вашей стране мир, когда вы ляжете спать, никто вас не потревожит. Я удалю с вашей земли хищных зверей, меч не будет опустошать вашу страну. Вы обратите врагов ваших в бегство, они падут от вашего меча. Пятеро из вас обратят в бегство сотню, а сотня обратит в бегство 10 000. Враги ваши падут от вашего меча. Все. Мед барур, нахон? Все мед, мед барур. Им атем шомрим эт хокотай, аз зе везе ие. Если вы будете соблюдать мои заповеди, так и так сделает Господь. Я буду к вам благосклонен. Я сделаю вас плодовитым и многочисленным. Я буду исполнять мой договор с вами. Не успеете вы съесть старые запасы, как вам придется выбросить их, чтобы освободить место для нового урожая. Жилище мое будет среди вас, и я не буду гнушаться вами. Я буду пребывать среди вас. Я буду вашим Богом, а вы моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из Египта, чтобы вы не были рабами у египтян. Я сокрушил ваше ярмо, чтобы вы ходили выпрямившись. Мед, мед, барур. Очень ясно. ומאוד יפה שאנחנו קוראים הפסוכים האלה לפני חג השבועות. Прекрасно, что мы читаем, что нам выпало читать это место писания перед праздником Шавуот. שני דברים קרו בחג השבועות. Две вещи произошли на праздник Шавуот. מי זוכר מה קרה? Кто помнит, что произошло? אז מתן תורה. Первое это дарование Торы. כלומר, עם ישראל יצא ממצרים וליום חמישית עמד מול הר סיני וקיבל מפיו אלוהים תורה. Израильский народ вышел из Египта, и на пятый день с горы Синай сошло слово от Бога. Что еще произошло на праздник Шавуот? נכון מאוד. בברית החדשה כתוב במעשי השליחים. В Новом Завете в Деяниях написано. שכשחלק מישראל. Что когда часть Израиля. יתקדם במצוות שלו עם אלוהים. Продвинется в заповедях Божьих. יתקדם עם מצוות, כלומר קיבלו את ישוע כגואל מובטח. Продвинется в заповедях Божьих, в этом смысле имеется принять своего Машеха Иешуа как искупителя. אז משהו יקרה там. Что-то с ними произойдет. וכתוב במעשה שליחים 2. И написано в Деяниях 2 главе. לקבוצה הזאת קרה נס. Что с этой группой людей произошло чудо. נשפך רוח הקודש עליהם. На них сошел Святой Дух. והם קיבלו כוח. И они приняли силу. אבל שני הדברים האלה מאוד מאוד קשורים לטקסט שקראתי כרגע. Эти две вещи очень связаны с текстом, который я только что прочитал. תורה מסבירה מצוות מה לעשות ומה לא לעשות. Тора дает нам заповеди, что нужно делать и что нельзя делать. ומה נותן לנו רוח הקודש? А что нам дает Святой Дух? תחשבו. Подумайте. למה? Силу для чего? כוח בשביל לממש את כל המצוות האלה. Силу для того, чтобы соблюдать Божьи заповеди. כי ככה אנחנו מאוד מאוד חלשים. Потому что без Святого Духа мы очень слабы. אבל ישוע אמר במפורש. Но Иешуа сказал ясно. מי מצוותי יעשה? Кто соблюдет заповеди мои? זה מי שאהב אותי. Тот возлюбит меня. Афух, מי שאוהב אותי, מצוותי יעשה. Или наоборот, тот, кто возлюбит меня, соблюдет мои заповеди. אבל קשה מאוד. Очень сложно. איך אני יכול לאהוב את מישהו? Как я могу любить кого-то? כן. אולי אשתי כן. Свою жену я люблю. אבל איך אני יכול לאהוב את מישהו שמעצבן אותי? Ну как я могу любить человека, который меня раздражает? קשה מאוד. Очень сложно. אבל אם אנחנו מקבלים כוח מרוח הקודש, Но если мы принимаем силу от Духа Святого, אז כן יכולים לממש את זה. Мы можем исполнить это. יש מלא דברים בתוכנו, Есть очень много вещей внутри нас, שהם מפריעים לנו לעשות ולקיים את המצוות. Которые нам мешают и становятся преградой для соблюдения заповедей. לדוגמה. Например.
תגידו לי כמה דוגמאות. Скажите несколько примеров. מה בתוכנו יכול להפריע לנו לקיים מצוות אדוני? Что внутри нас мешает нам соблюдать Божьи заповеди? Эго. Эго, о гава, יפה מאוד. Гордость и эгоизм это. מה אתה מלמד אותי? Чему ты меня учишь? תעזוב אותי, אני בעצמי יודע מה לעשות. Я очень образованный без тебя. Мукар? מכירים את הדבר הזה? Вы знаете, да, слава. מה עוד יכול להפריע לנו? Что еще может нам помешать? עצלנות, יפה מאוד. לני, очень большая проблема. מה פתאום, איזה לימודים, איזה מצוות, איזה ראהו, יש לי פלאפון ומספיק לי. Какие заповеди, какое учение, у меня сейчас смартфон есть, этого мне достаточно. עוד מחשבות. Грех. Ну, כמובן, грех, все грех. Кина, מאוד, יפה מאוד. Вау, איזה талит, איזה נעליים יש לו. Вау, какие у него туфли, какой талит. משה, איזה טבעת יש לך? משה, у тебя кольцо супер. אחות, איזה משקפיים יפות? А какие у тебя очки крутые? אני רוצה. Я хочу. ואתה כל כך רוצה שאין לך זמן להסתכל על שמיים. И так ты хочешь, что нет времени смотреть на небеса. О, יש אנשים שהם לא אוהבים ללמוד. Или есть люди, которые не любят учиться. אומרים, תחשוב על זה. Тебе пошут ютер. Говорят, подумай об этом, будь попроще. Ло, не удея. Не, я знаю. Ве боецем ло удея арбе. А на самом деле они ничего не знают. Есть мале дворим каэле, везе дворим шем афроим лану лакшив ле Иешуа. Все эти вещи мешают нам, много таких вещей, которые мешают нам слушать Иешуа. Ве мафроим лану лишмоа эт Тора ми Синай. И мешают нам слушать Тору Синай. Аз Элохим нотен лану руаха кодеш. Но Господь дает нам Святой Дух. Ве ине афтаха меод брура. Есть ясное обетование. И мицвотай таасу. Если будете соблюдать заповеди. Вани квар мифареш боизрат руаха кодеш. Я уже добавляю, толкую с помощью Святого Духа. Аз כל הברכות האלו הגיעו לכם. Тогда все эти благословения сойдут на вас. אבל יש בעיה גדולה. Но есть большая проблема. ונביאים מדברים על זה. И здесь написано об этом. ונביאים מדברים על זה. Пророки говорят об этом. אתם זוכרים פסיקים כמו. Помните такие места писания. עובדים קשה, אבל לארנק מחורר. Помните написано, тяжело работаете для дырявого кошелька. מי זוכר את הפסוק הזה? Кто помнит такие слова? О, אתם עושים הרבה, מקבלים מעט. Или вы много делаете, но мало получаете. Лама? Почему? Ки יש לנו אינטרסים משלנו. Потому что у нас прежде всего наши интересы. אבל אלוהים לא נגד אינטרסים משלנו. Чтобы поняли, Бог не против наших интересов. אבל זה כמו בבית. Но как дома? משפחה. Есть семья. רוצה סקנדל? Хотите скандал? Симу это интерес שלכם מעל אינטרס של... Поэтому поставьте ваши интересы выше интересов вашего супруга. Мишу хавается? Кто-то переживает это? Пережил когда-то? А? Макерим? Ото давар. Ине Элохим. Вот есть Бог. Бильти муван гадоль мику... Им кавод, эйн милим ласбир ото. Который великий, который нам невозможно его объять, невозможно его объяснить. Кола анаш, кола малахим, ве кола яйцур зе шум давар муло. Все ангелы и все сотворенное им по сравнению с ним это ничто. Авал катув бактувим, ми аниша бахарта би. Кто написано в Писании, кто я такой, что то, что ты избрал меня? Авал бен Элохим бахар ба бен адам. Но Бог да избрал человека. Ве катув самото меал коль крия. И написано, что поставил его над всем творением. Ве амар ло. И сказал ему. Мицвотай таасе. Соблюдай мои заповеди. Ани нутен леха гам изра. Я тебе даю помощь. Руаха кодеш. Святой Дух. Ве аз коля брахот тагию элеха. И все благословения сойдут на тебя. Роцим брахот. Хотим благословений. Таасу эдзе. Давайте соблюдать заповеди. Не хотим. Альтасу. Не соблюдайте. Тикешру ахарках ле Леон. Улайки Ила я хула ла азор ли цат кесев лате. Потом позвоните Леону, скажите, у меня денежные проблемы, может мне община сможет помочь. Пошут? Просто. Шелухим я азор лану ли каем это. Пусть нам Бог поможет соблюдать его заповеди.